Я думаю, вы знаете, вот про эти массажеры для головы. Я их кончалками называю, потому что мне кажется, от таких ощущений кончить можно. О, придумал! Нужно, короче, заняться сексом, а когда будешь кончать, эту телегу на голову надеть. Я даже думаю, от такого сердца взорваться может. В общем, не важно. Вы посмотрите, что происходит с собакой, если ее так помассажировать. Бля, ебать, как это мило! У меня ж прямо внутри все такое... Вы посмотрите, он даже рот от удовольствия открыл. Говорят, все собаки попадают в рай. Я уверен, что это выглядит вот так. Блять, он улыбается, сука, он улыбается! Я думаю, если бы он мог издавать в этот момент звуки, то это звучало бы примерно так. Я вот смотрю на него, и как же я его сейчас понимаю. У меня вообще, когда я первый раз эту тему попробовал, шею свело. Короче, крутой пес. Бля, как же охуенно!